Здравствуйте, с вами снова канал Школа Таро Альвиен, и сегодня у нас продолжаются похудяшки с Кариной Захаровой и Владимиром Николаевичем. Я Карина Захарова, естественно, не Владимир Николаевич. Вот, и мы сегодня идем в магазин и покупаем на завтра продукты. Вот, смотрим, значит, на завтрашний день, он у нас очень интересный, потому что он суббота, и у нас будет необычное меню, которое немножечко так вас подрасслабит, вот, но при этом мы все соблюдаем, вот, и вкусно кушаем, и кушаем по графику, по будильникам, но при этом нам вкусно, хорошо, приятно, интересно и необычно. Не забывайте смотреть видео по тета-хилингу и давать письменное или мысленное согласие на загрузку благоприятных программ для нормализации вашего веса. Это очень важно. Это одно из таких правил, когда мы худеем, когда мы на вот таком марафоне находимся. Потому что обычно, когда, допустим, индивидуально идет со мной занятие по вашей нормализации веса или по вашему сбросу веса, да, то я делаю ритуал, вот, а сейчас идет, ну, массовость у нас какая-то, да, то есть у нас там на форуме больше 20 человек в чате WhatsApp, кто в данный момент худеет. Этой группы, естественно, нам достаточно с Владимиром Николаевичем. Вот. Но если вы хотите присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Лишним никто не будет. И присоединиться к данному марафону можно в любое время абсолютно. И когда мы без ритуалов, без всего остального, там, да, без зарядки воды, худеем массово вот так, нам нужны вот такие вот сессии по тета-хилингу. Естественно, нам нужна хоть какая-то магия, да, чтобы мы держали себя в руках. Итак, идем в магазин. Нам понадобятся мед и орехи. Вот видите, я вас как расслабляю, да, на завтра. Дальше рис, опять же, расслабление для вас. И если есть возможность, рис для суши. Да-да-да, мы будем готовить суши. Дальше нам понадобятся груши, две маленькие или одна большая. Морковка, авокадо понадобится, можно даже две штуки взять, в принципе-то. Но одного тоже достаточно. Вот. Капуста, кочан, именно листья нужны будут. То есть это уже не для шинкования совершенно капуста. Знаете, что нам нужны такие хорошие листья. Дальше нам васаби понадобится, сухие листовые водоросли. Можно, в принципе, купить небольшие, но надо, понимаете, чтобы они длинненькие были. Вот. Дальше соевый соус любой, какой вам нравится. Можно даже острый. Единственное, что острота пробивает на попить. Вот. Соевый соус сам-то пробивает на попить, он же солененький. А если еще острый, будете больше пить. Вот. Это, с этим проблема, потому что если вы будете потреблять больше 2 литров жидкости в день, то она будет задерживаться. Ну, в принципе, я вообще не видела, чтобы люди потребляли больше 2 литров жидкости в день. Это только спортсмены чаще всего. И они, естественно, эту жидкость из себя тут же выпаривают, да, вот этими тренировками. Дальше банка кукурузы, имбирь маринованный, томатная паста, сок без сахара, пол-литра понадобится. Ну, шампиньоны, либо куриный фарш, или говяжий, естественно. Дальше лук. И все, у нас весь список готов. Вот. Всем прекрасного дня, отличного настроения. Пятница – это конец недели, дает дополнительно улучшенное самочувствие для нас, стимул какой-то. Ура, скоро выходные! У нас поменьше выходных, конечно, но все-таки выходным радуемся все всегда. Так что всем пока, до новых встреч и счастливого дня!